Всем привет, меня зовут Юра, мы в магазине Мосгорбайк, и сегодня у нас обзор стильного и мощного городского электровелосипеда Шенделхауэр Оскар. В нашем предыдущем обзоре мы познакомили вас с электровелосипедом Артур и Артур Пиньон. Но к моменту выхода Артур в линейке у Шенделхауэр уже был велосипед с мотором. Их дебютная модель с электросистемой Bosch третьего поколения – Оскар. Дизайн Оскар в первую очередь ассоциируется с мотоциклами в стиле кафе-рейс, благодаря рулю Нарет, установленному ручками вниз, по аналогии с клипонами, которые ставят на кафе-рейсеры вместо стандартных рулей. Этот руль также можно установить классическим образом ручками вверх, чтобы сделать посадку на велосипеде более прямой и расслабленной. Еще одной канонической чертой кафе-рейсеров является круглая передняя фара. И здесь дизайнеры Шенделхауэр нашли очень изящное, на мой взгляд, решение, оснастив Оскар фарой Supernova Mini 2, которая работает от штатной электросистемы, прекрасно вписывается в дизайн велосипеда и имеет яркость 235 люменов. Сзади свет также интегрирован, и это фирменный подседельный штырь Light Skin. Кафе-рейс-мотоциклы обычно имеют короткое седло без места для пассажира. Так и Оскар оснащен элегантным седлом Фабрик, которое подчеркивает его спортивный характер. Следуя общей концепции минимализма, Оскар не оснащается крыльями и багажником, но в качестве опции доступны оригинальные крылья Курана с креплениями для боковых сумок и передний багажник, который устанавливается на рулевой стакан и не мешает управлению, а установочные бонки спрятаны под специальные крышечки. Также в линейке Шенделхауэр есть модель Генрих, которая с завода идет с крыльями, багажником, кожаным седлом и грипсами и трансмиссией Shimano Alpine на 8 скоростей. А Оскар же истинно городской минималистичный велосипед, хоть и с электромотором, но с одной передачей на карбоновом ремне Gates, который не шумит, не требует обслуживания и имеет большой ресурс, порядка 20 тысяч километров. Инженеры Шенделхауэр перепробовали множество различных электросистем, прежде чем остановили свой выбор на Bosch Active Line Plus третьего поколения. Позже велосипед стал доступен с системой Bosch Performance Line с большим моментом, 65 ньютон-метров у Performance против 50 у Active Line Plus. В целом электросистема отличается бесшумностью и эффективностью. Мотор имеет мощность 250 Вт и работает от батареи емкостью 520 часов, с которой можно рассчитывать на 50-100 км пробега. И ассистент помогает разогнаться до 25 км в час. Соответственно, мощности Оскар оснащен широкими покрышками VTB Horizon 47 мм, VTB Horizon, и мощной дисковой гидравликой. В нашем случае это формула Кура, а более поздние версии оснащаются Shimano Alpine. Это был обзор стильного и мощного городского электровелосипеда Шенделхауэр Оскар. Спасибо вам, что посмотрели его. Подписывайтесь на наш канал. Это был Юра, магазин Мосгорбайк. Всем пока!